Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Kazuko Family, с вами Денис, и мы продолжаем проходить такую игрушку по аниме «Судебный поворот». Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек. В прошлый раз у нас было... Мы узнали, что в убийстве виноват второй постоялец. Точнее, не первая девчуля, которая была, а второй постоялец. И мы будем продолжать узнавать, как этих чуваков на чистую воду вывести. Я не буду все комментировать, но будем играть. Присаживайтесь поудобнее, а мы погнали. Приятного просмотра. Ага, вот мы разговариваем с Мини. Но она меня почему-то бесит. Так. Нам надо идти в Юрмара Мамона. 7 сентября, юридическое бюро Мамона. Ага. Так. А что смотреть? Фотографию? Так. Видели? Подожди-ка. Ни хера неудобно. А у нас сейчас какая фотография вещдока? Да. Ага, вот и второй постоялец, наверное, да? Так. Черт. Окей. Так, а как вернуться назад?
ё-моё. Отель. Так, отель Фукусима. Номер 303. Здравствуйте, сударь. Ребята, так, подожди. Хочу тебе показать фотографию. Тум-тум. Блин, не фотографию. А это он? Окей. Отлично. Спасибо, мужик. А мы идем куда? Как ты думаешь, куда? К этой мини?
Так. Окей, уродец. Там, смотрите. Ладно. Huh.
8 сентября. Ну да, сохраняй. Ну, допустим, второе. День третий. Третий? Ну да. Девятое сентября, 9:52, окружной суд, зал ожидания номер один.
каковы мои принципы. Сентября, 10 часов, окружной суд, зал суда номер один. Ну чё, ебать, погнали! Музычка прикольная. Так.
А, вот здесь. Блин, только разберешься нахер. Так, а что показать? Thank you.
Окей. Да в смысле ты не видишь противоречия? Прикалываешься, что ли? Thank you.
3, 4. Как бы сказали. Сентября, час 16, окружной суд, зал суда номер 1.
Так, записка. Сентября 2024 окружной суд. Такс. Дело третье. Самурайский поворот. Интересно. Самурайский поворот.
14 октября, 17:30, бюро хора Сё и Ко. Интересно. Так, как вот этой кнопкой, да? Тек. Самурайский поворот. Так. Фух. Сколько там? Нормально, часик, в принципе, за часик дело прошли, да? Ну, вот такие короткие получаются дела в игре «Судебный поворот». Следующее дело мы уже возьмем потом, чтобы оно было побольше, интересней. Вот. Так что... С вами был Казаку Фэмили, ребятушки. Мне игра, в принципе, ну как сказать, нравится. Она такая юморная, местами серьезная. Есть анимешка, кстати, «Судебный поворот», первый сезон, даже два. Советую тоже посмотреть. Так что, если кто-то не хочет играть в игру, может посмотреть анимешку. А всем, кто приходил, спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про... репосты, колокольчик не забывайте, чтобы не пропускать интересные игрушки, дружочек. Мы проходим не только новеллы, разные игрушки. Мы очень стараемся, извините за качество микрофона, но пока могу так с вами разговаривать. А всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, с вами был Денис, всем удачи, всем пока-пока.